Невероятный успех группы M-Band – это настоящий прорыв для российского шоу-бизнеса. Бойз-бенд, созданный под руководством Константина Меладзе, бьет все рекорды популярности. Учитывая то, что до недавнего времени у этих парней был только один видеоклип, их успешность просто феноменальна. Поклонницы готовы носить своих кумиров на руках, караулить у дверей нашего стеклянного куба, преследовать на парковке и забрасывать записками. Что же будет дальше? Ведь обладатели премии РУ-ТВ в номинации «Реальный приход» продолжают укреплять свои позиции. Девчонки в экстазе. M-Band объявили о презентации нового клипа на песню «Посмотри на меня». Новое видео обещает быть милым и сентиментальным. А в съемках, кроме самих парней, успели засветиться Константин Меладзе в роли садовника и Нюша в образе романтичной Джульетты. Анатолий Цой, Артем Пиндюра, Владислав Рам и Никита Киосы лично презентовали свое новое творение в программе «Стол заказов». Кстати, главная героиня видеоклипа Нюша также представила свое новое творение на трек «Где ты, там я» в прямом эфире телеканала РУ-ТВ.